Всем привет! Сегодня 13 марта. Вот приобрел такого синего красавца. Самечек 20-го года. Привез я его вечерком. Что-то он не ел, не пил. Все его боялись. Тут у всех шок какой-то был. Сейчас нормально оклемались все. Дружно. Кушает, пьет. Вылетели птенцы зеленые, вот, которые у меня 8 штук. 7 штук вылетело. Один еще в гнезде маленький. Ну, оперился все. Но пока еще не вылетает. Вот такой самечек. Теперь нужно ему невесту найти. Синегенную какую-нибудь самочку. Молодежь с желтиками спят. Еще два. Вот на этого я поменялся. Был у меня оранжеколовый самец. Поменялся. Думаю, себе какого-нибудь подберу. Парочку сделаю. Многодетный папаша. От него вот эти сам все, весь выводок. Вот самка и самец. Тут отсадил 4 самочек. Прокапал сегодня их. Стронгхолдом. Тоже надо набрать самцов. Может, еще посажу. На гнезда. Тростнички загнездились у меня. Ставил он гнезда такие наружные. В них не полезли, вот залезли вот скворечники. Он снесли, не знаю сколько яиц. Потом посмотрю. Пока не хочу их шугать. Здесь у нас, посмотрим сейчас, последнего птенчика. Вон он маленький. Малыш какой. Тоже вылетит, наверное, на днях. Будем тут их тревожить. Тут предыдущего выводка уже поет самец. Всех кормят, все нормально. Поначалу маленькие вылетали, падали тут. Сегодня уже более-менее такие стали летать с ветку на ветку. Тут прям вылетали, сразу падали. Сейчас он синенький поет во все. Все, ему надо самочку. Красненький поет. Вот этот детский сад у нас тут. Ну, желтенький уже все там, взросленький надо отсаживать. Потому что у меня желтая пара уже села на вторую кладку, не успел я там убрать все. Вот самочка, самец сидит там в дальнем скворечнике. Так подкармливают еще их. Уже они сами. Вон желтые такие, видите, поменьше. Вот наш новенький самечек. А, вот поменялся еще на вот эту желтенькую. Взял я. Непонятно, кто это. Самец, самка. Был у меня оранжеголовый самец, вот поменялся на него. Думаю,
мои подрастут, и этот как раз одну парочку сделаю, остальных там продам, поменяюсь, посмотрим. Вот этого самца посажу, но у меня это вот сидят самки наверху, это его сестрички. Тростнички как загнездились, стали такие тоже маленькие, агрессивные. Раньше их всех гоняли, сейчас они тут птенцов не гоняют. Порядок навел, прибрал, насыпал морковки, тут пророс. Так, давайте кушать. Сейчас обедать, все спустятся. Вот что удобно, в вольере вот так насыпал корму, раз все залетели, всем удобно клевать. А поначалу я держал в клетках вот эти поворотные кормушки. Одна птица туда сядет и все, и никому не дает там. Постоянно дерутся, там друг на друга садятся. А здесь вон милое дело, кому как удобно, с какой стороны. И убирать удобно, вытряхнул все. Думаю, так пусть там самодельный какой-то, но зато удобный вольерчик сколотил. Конечно, он не особо такой-то приличный. На даче у меня получится, там это я на скорую ручку делал. Там уголками оббил, а здесь так степлером сетку набил и все. Ну вот сделал только что поддоны такие у меня, раз, выдвинул все, вытряхнул. Ну все равно мне удобнее, чем. И места много ему такой. И разводятся они хорошо, летают все. Подвижные такие. Смотрю, синий там уже интересуется во все это. В домике ковыряется. Надо ему самочку. Ну, нету синегенных. Надо у кого-нибудь найти, купить там, поменять. Ну-ка.
нравится, мечик прям мне нравится. У меня раньше не было никогда синегенных, синих ферм. Посмотрим, что получится. Говорят, как тяжело там вывести. Все растут. 4 желтеньких у меня выросло. Этих 8 штук. 7 уже вылетели. Восьмой скоро вылетит. Детский садик. Вот эту самочку желтенькую, птенца, поменялся, не знаю, самка или самец. Надо уже тоже молодежь отсаживать. Которые птенцы, самочка, тоже это, вся башка у них там ободрана, ну понятно, 8 птенцов, надо сейчас ей дать будет отдохнуть. Все там себе занял. А то поначалу там первый день он прям такой весь этот был. Боялся всех. Все его тростники гоняли. Сейчас освоился уже. Дерутся уже за дом. Ничего себе. Вот и тихоня какой. Первый день прям. Ну, последнего птенца кормят.
вылетел один птенчик. Сейчас пойдем ловить его. Открытая дверь была. Вот самочки. Оп, поймал, ладно, пошел я за сачком. Летает он хорошо как. Пойду за сачком сейчас поймаю. Ну все, всем пока.